Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков города Уссурийска пресекли противоправную деятельность ранее судимого 20-летнего приморца. Он подозревается в незаконном культивировании наркосодержащих растений. Сотрудники полиции установили, что весной этого года подозреваемый прибыл в село Заречное, где выбрал для себя участок земли. В окрестностях села наркоагроном занялся выращиванием и незаконным культивированием маньчжурской конопли. Он даже приобрел садовый инвентарь и завел собаку для охраны плантации. Кроме того, там же, на участке, где выращивал коноплю, молодой человек соорудил временное жилище, в котором и проживал до момента задержания. Осмотр показал, что за растениями производился тщательный уход. 478 кустов конопли были изъяты. Задержанный дал признательные показания. Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом В части 2 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное культивирование в особо крупном размере растений, содержащих наркотические средства. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет. Расследование продолжается. Олег Завьялов, новости на 8.